Уважаемые друзья, я вас всех искренне поздравляю с праздником, с днем нашей любимой Ленинградской области. Я также искренне поздравляю всех вас с очередным юбилеем, с годовщиной образования нашей родной Ленинградской области. Желаю всем жителям Ленинградской области успехов в созидательном труде, счастья и благополучия. С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья всем, счастья и уверенности в завтрашнем дне! Ленинградская область – это область успешных людей! Украина и Крым, Беларусь и Молдова – это моя страна! Сахалин и Камчатка, Уральские горы – это моя страна! Краснодарский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин – это моя страна. Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин – это моя страна. Разоренные церкви и новые храмы, и Красная площадь, и стройка на память. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Мы будем строить жилье, мы строим детские сады, мы будем строить школы и многое другое. Мы в себе уверены, мы крепкая, сильная Ленинградская область. И я счастлив, что я живу и работаю в Ленинградской области.